я сегодня хотел бы поговорить, почему ролики не уходят, почему стримы так быстро кончаются и все про такое. Ну, про такое-такое. И это все зависит от того, какое у меня настроение, а скоро понимаете, что школа, все такое, ну, все понимаете. Это видео сделано для того, чтобы показать, что я еще живой, не надо отписываться, я приду, стримы обязательно будут, вот я уже новый стрим делал по интересной игрушке, пожалуйста, вам остается только ждать. Я так-то человек, ну хоть не такой, как все, но я веселый на стримах, вам это, наверное, нравится, потому что все, кто смотрит меня, все веселятся вместе со мной. Да, да, Юра, конечно, красавчик, да, он помогает всем. Он вообще молодец, хоть Евген что говорит, что типа все школьники это просто полоумные дебилы, но это все не так. Школьник тоже стремится к чему-то. Он хочет что-то сделать. Как-то выделиться насчет всех. Да. Люди все разные. Все понимают друг друга, но все соглашаются на единение, что надо друг друга уважать. Прощать, любить. Так что это видео вообще маленькое такое, быстренькое. Спасибо, что кто меня просмотрел. Юрий, тебе большое спасибо, если ты просмотрел это видео до этого конца. ТМ-код, если ты опишешь в конце видео, то я буду очень сильно рад. Ну, а мы прощаемся, мои хорошие зрители и подписчики моего канала. Конечно, спасибо Евгению, что он меня простил. Спасибо Ярмацу, что он мне помогал. Реально, спасибо вам, пацаны. Скоро стримы будут.